Пока все радуются наступлению весны, некоторые борются с последствиями потепления. Дачный поселок «Солнечный остров» недавно превратился в настоящую Венецию. Размер затопленной территории на момент обращения жителей в службу 112 достигал 30 тысяч квадратных метров. Вода очень стремительно поступала. Силами жителей нашего поселка и администрации нашего поселения, соответственно, расчистили ручей, который был там захламлен, там были бревна различные. Мы остановили поток воды в наш поселок. Вот. Но этой воде уходить некуда, и, соответственно, получили то, что получили. В силу того, что здесь действительно это было поле, это низина, мы видим, что как бы, да, выше есть участки, и они большие, ну, имеется в виду высокие участки, соответственно, здесь образовался данный такой водоем. За первые 12 часов работы ушло более 40 сантиметров воды. От затопления пострадали два дома дачного поселка, один из которых оказался жилым. Однако его обитатели от помощи и переселения во временное жилье до устранения последствий происшествия отказались. В целом по поселку проезды мы проезжали и вчера ночью, и сегодня проезжали. И в целом проезды нормальные, и выезд из поселка есть дополнительный. То есть такого внутри поселка там критического того, чтобы надо было спасать и эвакуировать людей, такой ситуации не было. Возможной причиной возникновения экстренной ситуации считают засор ливневой трубы под дорогой. Наверняка станет известно лишь после полной перекачки талой воды в искусственное русло с противоположной стороны дороги. Сейчас здесь 9 единиц техники, 35 человек работают, и специальная мотопомпа, которая 600 кубов в час выкачивает. На сегодняшний день уже проблемы для жителей и непосредственно в их домах нету. Но, тем не менее, пока мы полностью не устраним последствия, отсюда никто не уедет. Сегодня острая фаза ликвидации последствий ЧП уже пройдена. В поселке проводится уборка и восстановление местности. На сегодняшний день в округе существует 6 подобных проблемных точек. Все они находятся на контроле администрации муниципалитета. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.